Украина увеличила транзит газа. Через украинскую ГТС в Европу попало 83 миллиардов кубов газа. Транзит газа через украинскую ГТС с января по ноябрь 2017 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные обнародовал Укртрансгаз, передает Интерфакс Украина. Транзит газа через Украину в Европу за 11 месяцев составил 83 миллиарда 138,4 миллионов куб/м, в Молдову 2 миллиарда 366,4 миллионов куб/м. По итогам ноября 2017 транзит газа сократился на 4,1%, на 352 миллионов куб/м, по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, до 8 миллиардов 134,7 миллионов куб/м, в том числе транзит газа через Украину в Европу в минувшем месяце составил 7,825 миллиардов куб/м, в Молдову 309,7 миллионов куб/м. Ноябрь 2017 стал третьим из 11 месяцев текущего года, в котором зафиксирована отрицательная динамика по сравнению с аналогичными месяцами 2016 года. Как сообщалось, транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему достиг рекордного показателя за последние 7 лет – 88 миллиардов куб/м. По материалам сайта newsgro.com.